Довольно часто на автомобиле можно видеть антенну на магните. Сегодня мы расскажем об автомобильной антенне на магните, которая предназначена для приема радио УКВ и ФМ. На новые автомобили антенна устанавливается заводом-изготовителем. Однако проходит время 5, 10, 15 лет, антенна иногда портится. Чаще всего виною этому наш суровый климат. Но иногда антенна ломается о ветки деревьев, о шлагбаум. Иногда выходит из строя усилитель. В этих случаях антенну надо менять. Однако иногда оказывается, что поменять ее практически невозможно, потому что надо разбирать половину потолка салона. Такое тоже встречается, хотя сейчас и пореже. Так что встречаются ситуации, когда проще установить антенну на магните. Вот как это может выглядеть. О том, как установить такую антенну на пластиковый или алюминиевый корпус, мы расскажем в одном из следующих выпусков. Выглядит эта антенна симпатично, магнит сильный, принимает далеко. Рекомендую к покупке.